Ивановский «Текстильщик» провел очередной матч первенства России по футболу. В Дзержинске ивановцы встречались с местным «Химиком». Именно этой команде недели раньше красно-черные уступили дома в розыгрыше Кубка России. Взять реванш у коллектива из Нижегородской области не удалось. Игра завершилась без голевой ничьей. Сейчас ивановская команда занимает только пятое место в турнирной таблице первенства.